Я так рада вас видеть. Я только что вернулась из турне по районам Республики Татарстан, изучая туристическую индустрию, поэтому прошу прощения за задержку, но я очень рада с вами встретиться. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас уже студент? Все. Абитуриенты? Закончившие? Отлично. У вас, я так понимаю, сегодня было уже несколько лекций и выступлений. Скажите мне, чтобы я все-таки ответила сразу на запрос, какой у вас есть интерес? Почему вы здесь сейчас? Понедельник, чудесная погода. И вы сидите здесь. Что такое? Скажите мне. Знание. Знание. Еще? Значит, что вы уже сидели. Отлично. А кто-то со мной уже встречался где-нибудь? Встречались, да, где-то? Окей. Я кратко о себе расскажу, чтобы у вас было хотя бы понимание, кто я такая, почему я здесь. Мне 28 лет. На данный момент я являюсь генеральным директором Центра развития туризма Республики Татарстан. Это управляющая компания единого туристического бренда «Визит Татарстан» по аналогии тех брендов, которые есть за рубежом и у каждой цивилизованной страны. И вот Татарстан у нас такой же. А до этого я была основателем и исполнительным директором молодежной организации «Академия молодежной дипломатии», которая отвечает за международное молодежное сотрудничество Республики Татарстан. Ну и совсем уж до. Я была частью оргкомитета универсиады, чем очень сильно горжусь. И со студенческих лет, будучи студенткой Казанского федерального университета, как раз начала свой активный образ жизни, чем очень сильно горжусь. И вообще горжусь тем, что закончила университет, в котором мы сейчас все вместе находимся. Вот очень приятно видеть, что здесь студенты. Я вспоминаю себя, будучи студенткой, и вспоминаю ту пору, когда я выбирала, куда же мне пойти учиться. У меня родители физики, инженеры, и вся семья такая техническая. И в 10 классе мама ко мне как-то приходит и говорит: «Дильбар, пора решиться, куда же ты пойдешь учиться. Мы с папой очень хотим, чтобы ты пошла на техническую специальность и стала технарем, потому что технические специальности структурируют мозги». В общем, мои родители до сих пор считают, что у меня не структурированные мозги. И я подумала, что же хотеть. Ну, мама говорит, в то же время мама мне сказала, но в то же время ты должна сама принять решение, и это должна быть, если что, твоя ошибка или твой путь. Итак, в 10 классе я просто для себя такой задала самой себе вопрос, что же мне нравится. И на тот момент мне очень хотелось быть причастной к каким-то глобальным проектам, быть частью чего-то глобального, интересного. Мне хотелось учить языки, но ни в коем случае не переводить. Кстати, кто в аудитории владеет иностранными языками? Есть такие? Что так неуверенно? Типа немножечко? Окей. Ну вот сегодня я вас всех буду мотивировать учить языки в том числе. Хотелось мне учить языки, и очень мне при этом не хотелось быть переводчиком, то есть быть на каких-то вторых ролях. Мне хотелось общаться, ездить. Я мечтала и мечтаю, и буду мечтать путешествовать. Если в зале те, кто разделяет со мной мое хобби, есть такие отличные, сейчас я еще расскажу, как и путешествовать, причем бесплатно. И мамочка мне принесла такую брошюрку, где были расписаны специальности, которые преподаются в Казанском университете. Я, кстати, поступила еще тогда в Казанский государственный университет. И для меня было очень важно то, что я хочу закончить фундаментальный вуз, в котором мало того, что учились мои родители, и учились такие знаменитые люди, как Ленин, Толстой, Бутлеров, где, действительно, для меня было очень значимо. Вот вы смеетесь, а для меня было значимо. Я до сих пор всем рассказываю. Я училась там, где учился Ленин, ну и так далее. И вот, мама приносит мне эту брошюрку, и я понимаю, что международные отношения — это то, более-менее, что мне подходит по специальности.
И я говорю своим родителям, что я пойду на гуманитарный факультет. Они мне заявили тогда, что я позор для семьи, так как вся моя семья закончила технические специальности. Вот я одна выбрала международные отношения. Но родители меня ни в коем случае не переубеждали, сказали, что это пусть будет мой выбор. И я очень горжусь тем, что я поступила в Казанский университет на специальность международные отношения. И вот передо мной был первый курс и такая новая пора. У нас же в аудитории нет, да, тех, кто еще не поступил? Нет же? Отлично. Есть все-таки, ну хорошо. Вот именно для тебя будет такой маленький экскурс. А вы мне все скажите, были ли вы в том состоянии, в котором была я на первом курсе? Я пришла, как помню, второй корпус. У нас тогда еще слойки на первом этаже продавали. Сейчас продают, нет? Все еще продают? Ну так вот. Я помню, я захожу, значит, в университет, и я понимаю, что я такая взрослая. И здесь все такие взрослые, и я такая классная на первом курсе. И у меня такие классные одногруппники. А был такой, нет? Да хоть у кого-нибудь были? Ну так вот. И я понимаю, что ну вот, наконец-то, у меня взрослая жизнь, все классно, у меня классные одногруппники, у меня классная учеба. Проходит первая неделя, вторая неделя, первый месяц. И вот на второй месяц меня накрывает что? Разочарование. Было? Было? Отлично. А ты будешь готова к этому, понимаешь? В отличие от нас всех. Ну так вот, не унывай. И мне, честно, очень сильно захотелось после второго, третьего месяца учебы. У некоторых, кстати, это бывает после первого, второго семестра, у кого-то, может быть, после первого, второго года обучения, поменять факультет. Отчислиться, перевестись, потому что и что-то одногруппники не те, преподаватели не такие, вообще не очень интересные, предметы какие-то не такие международные, как мне хотелось, была одна сплошная история и так далее. И в этот момент я решаюсь на то, что, в общем, перевозиться сложно, куда-то уезжать не хочется, из зоны комфорта выходить не хочется, но что-то менять хочется. И я решаюсь пойти работать. У тебя может быть другой путь, если что. Я так подозреваю, мама рядом, да, сидит? Но у каждого свой путь. Я выбрала, что я пойду работать. Кроме того, у меня, никто не учится на международных отношениях или учится. Ну ладно, я вам расскажу. Я еще поступала не по ЕГЭ. Мы еще тогда поступали по экзаменам. Преподавателя, надеюсь, в этой аудитории тоже нет. А то меня потом поругают. И у меня сложилась такая ситуация, что полгруппы были, ну, такие а-ля плотнички. Такие плотнички, потому что международные отношения, вроде прикольный факультет модный. И у меня половина группы вообще не хотела учиться. А половина были очень такие умные, но не очень общительные. Я сейчас очень дипломатично пыталась сказать, чему меня учили 5 лет. И у меня появилась такая яма, еще плюс ко всему, что были, ну, такие очень обеспеченные, и которым ничего не нужно. И были параллельно, с другой стороны, не очень. Ну, там, обеспеченные тусовщики, но которым хотелось учиться. А я, как человек, ну, ответственный из технической семьи, из технарей, да, из семьи технарей, мне хотелось, конечно, стремиться к знаниям, но при этом еще и тусить, зажигать, все-таки студентов уже не так долго бываешь. И я прекрасно поняла, что у меня в какой-то момент, ну, вот и карманных денег стало не хватать, и хотелось что-то менять. И, в общем, я со второго-третьего года обучения на первом курсе понимаю, что я пойду работать. И на тот момент я нашла работу, что мне очень сильно повезло. Буквально на пару часов в день я занималась сопровождением международных делегаций, которые тогда еще по линии спорта и молодежи приезжали. И вот, будучи студенткой, я стала зарабатывать и иметь карманные деньги намного больше, чем мои одногруппники. И при этом я еще и отличницей стала. Я прекрасно понимаю, что полгруппа меня точно так же тихо ненавидела за мою какую-то успешность. И параллельно при этом ко мне очень многие стремились, чтобы быть рядом, потому что я точно так же всех своих одногруппников подтягивала в различные проекты, международные, интересные, общение с иностранцами и так далее. Мне это что помогло? Я вышла из так называемого кросс-культурного шока. Вот о том, о чем я вам рассказывала, то, что, может, многие из вас в этой аудитории ощущали, это вот момент эйфории, что все так классно, я взрослая, такая крутая, это был момент эйфории. А затем наступало разочарование,
что оказывается абсолютно естественным для кросс-культурного шока, потому что идет смена картинки, смена зоны комфорта. И, конечно, один из путей выхода из вот этого кросс-культурного шока – это приобретение нового хобби, нового увлечения, новых людей, которые тебя вытащат из этого состояния. Поэтому если тебя когда-нибудь накроет какой-то кросс-культурный шок, ты знаешь, что это абсолютно нормальная ситуация, из нее можно выйти, и я тебе потом отдельно расскажу, каким способом. Мне просто интересно, у вас-то были такие состояния, когда вот, окей, отлично, так вот это, оказывается, естественное состояние, надо это понимать, он называется кросс-культурный шок, из него легко выйти. Вот так у меня был большой экскурс. Я к чему просто его хотела подвести? Будучи, ну, все мы помним, и все пишут, да, курсовые работы, мне тоже надо было писать курсовые работы, и я поняла, что я не хочу писать о конфликтах, я не хочу писать о войнах, а мои преподаватели считали, что именно конфликты и войны – это международные отношения. А мне казалось, что международные отношения – это сотрудничество, это какие-то новые сферы, которые позволяют разным странам, международным организациям еще больше приносить бонусов себе и своим партнерам, чем войны и конфликты. И вот на втором курсе я прихожу к своему научному руководителю и говорю, что я хочу писать про молодежь в международных отношениях. Но я же молодая, мне же хочется, у меня же в моем университете учился Ленин, он же на втором курсе уже революцию начал, и мне тоже хотелось что-то такое делать необычное. И спасибо моему научному руководителю Белоглазову, он меня поддержал, говорит, давай будем разбирать с тобой молодежный аспект в международных отношениях. Я написала об этом целую курсовую, без плагиата. Мне было очень интересно, я защитилась на 5, но мне мои преподаватели другие сказали, что если я дальше буду так же писать, я больше 5 не буду получать. А я кем была? Я была отличницей с зачеткой, которая работала на меня, приносила мне повышенную стипендию в 650 рублей на тот момент это было. И я немножко сменила курс. В общем, прошло пару лет, и на 5 курсе как-то мне приходит рассылка на электронную почту о том, что есть такой молодежный саммит большой двадцатки, в котором можно принять участие. И я подумала, я буду не я, той девочкой, которая на втором курсе писала о молодежи в международных отношениях, и нужно подаваться. Будет что рассказать своим внукам на пенсии о том, что на 5 курсе я подалась и не прошла, но попыталась. И вот я, значит, как всегда, как это положено, в последний день дедлайна сидела допоздна, заполняла форму на английском языке, писала эссе. Форма состояла из 3 частей, это общая часть, мотивация, ну и эссе по заданной политической теме, все на английском языке. В общем, я все запомнила, отправила, в ночь легла там в 0:59, да, как положено, все отправила. Я в этом плане типичная студентка была, которая все дедлайны в последний момент выполняла, и буквально через 2 недели я могу вам сказать, что мне приходит письмо счастья, по-другому это назвать никак нельзя, и мне пишут, что моя заявка одобрена, и я попадаю в официальную делегацию Российской Федерации на молодежный саммит Большой Двадцатки в Париже. Я, наверное, 3 раза открыла это письмо, перечитала на всякий случай, показала кому-то, кто рядом, правильно ли я прочитала. И я хочу вам сказать, что это был 2011 год. На тот момент очень мало ребят с нашего факультета и университета вообще выезжали за рубеж, вот так вот, будучи студентами, что-либо представлять. Это был мой выпускной год. И все мои преподаватели, когда узнали о моей победе в таком значимом мероприятии, сказали, что именно они меня поддерживали, что они поддерживали молодежную дипломатию, и это была моя личная победа. Сегодня есть отдельная молодежная организация, которая занимается молодежным сотрудничеством на международном уровне. Эта организация, я с гордостью хочу сказать, что основала я. У нас уже более 5000 участников. Многие-многие ребята из разных уголков Татарстана имеют возможность ездить на такие мероприятия, представлять
Татарстан, Россия на международном уровне. И я хочу сказать, что и в университете политика поменялась, что очень много и студентов отправляют, и преподаватели, и ректорат гордятся такими студентами. И для меня лично это такая победа, потому что я сломала какой-то этот железный занавес из того, что молодежь может играть важную роль, она должна ездить, и мы с вами, все, кто в этом зале сидит, это двигатели прогресса, потому что мы не хотим стоять на месте. Как дальше развивались мои события? В 2011 году я съездила на молодежный саммит во Францию, познакомилась с очень крутыми, классными ребятами. Некоторые из них уже занимают весомые посты в своих странах, кто-то работает в международных организациях. Это была очень крутая встряска в плане и языковой практики. Очень круто молодежь за рубежом разговаривает на английском языке, абсолютно свободно. Это было для меня стимул практиковать язык. А после этого саммита я попала в оргкомитет следующего саммита. В 2012 году меня пригласили в Мексику на молодежный саммит. Большой двадцатки, многие меня спрашивают, что ты там в Мексике делала, тусила? Я говорю, нет, работала. Ну так вот. А еще интересно, нормально? Уже сейчас совсем скоро перейду к тому, как ездить за рубеж бесплатно. А, кстати, в Париж-то я съездила и бесплатно, как раз мне же все оплатили. Возвращаемся к 2012 году. Я уехала в Мексику, точно так же меня проплатили. Полностью все мои расходы покрыло правительство Татарстана и правительство Российской Федерации, как официального участника мероприятия. Я возвращаюсь с саммита в Казань, и мне звонят из Министерства по делам молодежи и спорта и приглашают на встречу. И говорят, Дильбар, 27 июня 2012 года, День молодежи, и у нас еще никто так не ездил, и тебе нужно будет на нем выступить, на мероприятии. На мероприятии будет президент. И, в общем, вот я вам сейчас дословно говорю, как мне сказали, ничего не передавайте, ладно. А как ты выступишь, от этого зависит, как твоя карьера и работа дальше сложится. В общем, они меня запугали, я подумала, ну вот, сейчас ляпну не то, и все, крест на мне. А с другой стороны, я подумала, ну и ладно. Три раза речь прорепетировала, приглашают меня в Кремль, в дипломатический корпус, в здание около президентского дворца. Там молодые люди, активные, все друг друга знают, меня никто не знает, со мной никто не здоровается, я сажусь скромно. И сначала меня назвали, а потом дали мне слово. И во время выступления я просто рассказала президенту, Рустаму Нургалиевичу, о том, где я была, что представляла, рассказала, что Казань узнают, и это моя большая гордость. И сказала, что, вы знаете, Рустам Нургалиевич, буквально неделю назад я ездила в Петербург, на Петербургский экономический форум. Я знаю, Рустам Нургалиевич, вы тоже там были. И вот я вас, к сожалению, там не видела, а так хотела с вами встретиться. На что президент сказал, что если бы он знал, что я там была, мы бы обязательно встретились, и что во следующую поездку вместе с президентом поеду я, и мы уже точно там не потеряемся с ним и пообщаемся. Все посмеялись, разобрали мои фразы на цитаты. Почему я помню, кстати, дату 27 июня 2012 года? Это был мой личный такой карьерный старт, точка роста, потому что буквально через полтора месяца мне позвонили из аппарата президента уже, сказали, помнишь, президент тебе пообещал с тобой вместе куда-то поехать, есть ли у тебя виза в США? На тот момент у меня была открытая виза в США, я говорю, да, есть. И мне сказали, значит, ты с нами летишь на осмотр Карнеги Меллон университета в городе Питтсбург. Кто не знает, что такое Карнеги Меллон, это самый крутой IT-университет, который сейчас в партнерстве с университетом Иннополис. Я сказала, ура, я еду. Но, соответственно, мои дороги тоже оплатили, потому что я вошла в официальный состав делегации. И я была первым молодым таким лидером, кто поехал вместе с президентом за рубеж. И он тогда отметил действительно мои заслуги, и тогда было море по колено, и казалось, что все получится. И я очень рада, что, конечно, вот эти истории успеха, вообще вот эти моменты, в нужный момент оказаться в нужном месте, сказать что-то нужное, не побояться, это очень важно. И я вам всем этого же желаю, я вам в какой-то по-доброму завидую, потому что ваш путь только начинается, потому что у меня уже он чуть-чуть уже есть сзади.
Я знаю, что где-то я, может быть, что-то недосказала или не доделала, а у вас все впереди. Вот у меня была такая большая, наверное, для вас история успеха моя личная. У меня дальше тоже пойдут даты определенные, я уже их сейчас отдельно отмечать не буду. Но просто это все к чему? Сегодня у нас такая тема «Мысли локально, действуй глобально». Или наоборот, да, «Мысли глобально, действуй». Уже все перепутала, да? «Мысли глобально, действуй локально» — это просто к чему? У меня было очень много шансов и вариантов уехать за рубеж, уехать в Москву и так далее, поступить на другой факультет. Но у меня, честно, у меня внутренне, я очень себя считаю патриотичным человеком, патриотом Татарстана в первую очередь, патриотом народа нашего, нашей культуры. Вот сегодня я съездила в Барский район, ездила по маршруту в Тукае, и меня сегодня тоже накрыла гордость. И я действительно очень люблю Татарстан, и мне очень хочется, чтобы куда бы я ни приехала, и говоря Татарстан, не путали с Казахстаном, и меня ассоциировали с этой прекрасной республикой. И сколько бы шансов не было уехать, я оставалась здесь, и я видела, как республика отвечает мне теми же бонусами и там, признанием в какой-то степени за мои заслуги. И я очень рада, что именно здесь я приобрела и команду единомышленников, и команду друзей, и партнеров, и тех, кто меня поддерживает, и даже тех, кто меня ненавидит и завидует, они меня все мотивируют. И в данный момент я работаю в туристической сфере, у меня назначили с 2018 года на эту должность, мне пришлось попрощаться с прошлой работой, но сейчас я еще плотнее работаю на задачу продвижения Татарстана, и честно, меня это больше всего мотивирует, потому что я понимаю, что я могу реальный вклад внести и могу быть полезной нашей республике. За те годы, мне сейчас 28, я уже сказала, за эти годы после университета, кроме того, что я вот ездила на международные мероприятия, я вам сейчас расскажу, как о них узнавать, как ездить, я еще 3 раза обучалась за рубежом. И каждый раз бесплатно, я не платила ни за обучение, не несла расходы по перелетам и проживанию, потому что каждый раз выигрывала стипендии. Это абсолютно все реально. На самом деле сейчас столько возможностей, и вообще перейти их намного больше, чем даже 2 года назад. И я вам хочу сказать, что через год возможностей будет еще больше. И мне нужно просто лениться. Что я для этого делала? Я учила французский язык, и регулярно на сайтах посольств Франции или стран, которые находятся в России, всегда выкладывается программа обучения за рубежом. Очень много программ у Германии, у Франции, у Японии, Великобритании, но если кто следит за политическим событием, сейчас Великобритания не очень дружелюбно к нам относится. Но тем не менее есть ряд программ, которые позволяют учиться за рубежом. Или ездить на те или иные стажировки краткосрочные, там от 2 недель до 2 месяцев. Для этого чаще всего нужно что? Просто зайти на сайт посольства, отмониторить информацию. Она чаще всего появляется ранней весной, либо в начале уже сентября, то есть в учебный период. Необходимо просто подать заявку, дать свои данные, написать мотивационное письмо. О мотивационном письме сейчас я вам отдельно скажу, на что обращают внимание. Приложить все документы, отправить, и я вам хочу сказать, что будучи представителем Республики Татарстан, очень много шансов попасть в такие делегации. Не надо думать, что там москвичи или Петербург забирают все заявки. Все, кто сидят в посольстве, очень хорошо отсматривают развивающиеся, развитые регионы и перспективные. Татарстан в этом плане спасибо нашей республике. Всегда на первых местах и очень большое внимание уделяется студентам из Татарстана, потому что они все активные, умные, разносторонние, вообще хорошие кадры. Поэтому самое главное – дерзайте, мониторьте и подавайтесь. Вот так я съездила на 4-м курсе по гранту посольства Франции во Францию. В 2012 году я, уже будучи аспиранткой Казанского университета, подалась на грант Республики Татарстан, он называется «Алгарыш». И его, если вы учитесь на бакалавриате, то вам нужно уже, может быть, с этого периода начать мониторить этот грант. Его можно выиграть по 10 направлениям.
Это магистратура, это двойные дипломы, это научные стажировки, это проектная группа. Проектная группа — это там, где можно от двух и более человек вместе выехать в любую страну. И на самом деле аналогов гранта, как Алгарыш, почти нет. Почему? Потому что он покрывает обучение, стоимость самого обучения, и кроме этого дает стипендию от количества дней, сколько вы пребываете. И по этому гранту я о нем узнала, честно скажу, где-то в конце 2011 года, дедлайн на подачу заявки 1 февраля каждого года. И если вы осознанно хотите учиться, лучше прямо с 1 сентября, вот вам сейчас прямо с мая понять, куда вы хотите поехать, потому что нужно отследить, какие документы в ВУЗ нужно подать, какой языковой экзамен сдать, просчитать смету расходов, чтобы карманные деньги остались. И 1 февраля непосредственно податься на грант. Конкурс есть, но шансы абсолютно реальные. Я подалась в 2012 году, и я подалась по направлению научной стажировки. Это от 1 до 3 месяцев. И на тот момент мне очень хотелось, это была моя мечта, попасть в какой-то ведущий вуз мира. Я прекрасно понимала, что моя мечта до сих пор — это обучение в Гарварде, что Гарвард очень дорого и, может быть, нереально. И я стала мониторить те вузы, которые около Гарварда, и, может быть, подешевле по обучению, потому что чем дешевле обучение, тем больше у вас денег на карманные расходы остается, стипендия. И я нашла специальность по глобальному управлению в Университете Торонто. А Университет Торонто, на секундочку, находится на первом месте в Канаде и входит в двадцатку вузов мира. И мне вот реально, я же вам говорила, да, мне хотелось учиться в вузе, где учился Ленин. И мне после того, как я закончила Казанский университет, захотелось учиться еще в более крутом вузе. И я выбрала Университет Торонто, в котором мне даже не надо было поступать, мне надо было написать мотивационное письмо профессору, что я и сделала, написала ему письмо, он отозвался, написал мне ответное приглашение. Обучение в Университете Торонто мне вообще ничего не стоило, оно было бесплатным, и вся сумма гранта ушла мне на карманные расходы, что позволило мне достаточно хорошо жить в Канаде, и плюс ко всему путешествовать по всей Канаде, в том числе я посмотрела всю французскую Канаду за 2 месяца, это был 2012 год, я вам хочу сказать, что это были самые счастливые мои 2 месяца, ни одного грустного дня не было, потому что у меня все дни были расписаны, я была в другой стране. А для кого-то это тоже бывает кросс-культурным шоком, но я же уже после университета была готова к любым потрясениям. И я действительно, и у меня очень классно потянулся язык, я побывала в ведущем вузе, я сходила на хоккей, я съездила на Ниагару, в Квебек, Оттаву, Монреаль, где я только не была по стране. И, кроме того, я еще написала 4 научные статьи на английском языке. То есть у меня был такой достаточно хорошая, полезная поездка. Если честно, было очень тяжело писать, потому что надо было экономические выжимки давать. А я же гуманитарий, и мне приходилось с английского языка переводить на русский, эти русские термины переводить на мой понятный русский, потом переводить обратно на английский, вот так я писала статьи. Но, тем не менее, это был очень крутой опыт в моей жизни, и после этого я в том числе до сегодняшнего дня ежедневно мониторю какие-либо поездки. Какие ресурсы я смотрю? Я вам уже сказала, что есть грант Алгарыш, есть гранты посольств, которые находятся в России. И я хочу вам сказать, самый главный бонус того, что мы из России. Россия по индексу по международным индексам является страной развивающейся. Что это дает? Это дает квоты в ряде университетов и программ, так как мы развивающаяся страна, то есть страна третьего мира получается в какой-то степени. И я во всех мотивационных письмах всегда об этом пишу. Как пишутся мотивационные письма? Это абсолютно другая методика, что у нас в России, если у нас в России хочется больше удивить, приятно, да, в своем письме, и вот я вас же сегодня тоже начала, да, вся какая я классная, крутая, да, там-то, тут-то обучилась, да, мы же так производим впечатление, это в России так пишется, то за рубежом очень часто цепляют мотивационные письма, которые содержат лично трагедию.
или какой-то вызов в жизни. Вот, допустим, такие письма, когда человек пишет, что я никогда в жизни не видел там снег, и я там все изучала снеги. Это так африканцы, кстати, пишут, когда хотят куда-то поступить, в Канаду, к примеру, или там в Норвегию. И они пишут, что вот у них мечта увидеть снег, они никогда не видели, у них в стране засуха. Или какая-то личная история, допустим, о том, что мама не давала мне учиться, не было денег поступить, к примеру, изучить там музыку или живопись, а после школы я там 4 часа мыла полы где-то, и потом в 10 часов я открывала книгу, не знала буквы, но я их прочитала, я уж вам очень банально рассказываю, но я вам серьезно говорю, именно вот такие истории цепляют зарубежные вузы, и их цепляет какая-то личная история. Маленькое отступление дам. На прошлой неделе к нам в Казань приезжал BBC снимать сюжет перед чемпионатом мира по футболу. И вот я им говорю, Кремль, храм всех религий, музей Чак-Чак, что там еще, стадион. Они мне говорят, нет, это все не интересно. Нам интересна история одного человека. И вот они у нас снимали, как один предприниматель в своем кафе готовит халяльную еду и будет принимать иранскую сборную, и как он ходит в мечеть. И вот это их цепляет, то, что человек, вот личностная есть история, что он пинает со своими друзьями футбол, мяч пинает по выходным, а в будни работает в кафе. И вот эта история их цепляет. И это действительно сейчас, ну, с чем это связано еще? Мы с вами в таком, ну, в информационной большой воронки находимся, сейчас столько информации, сколько раньше люди, ну, там, за годы получали, да, мы постоянно с вами в социальных сетях, постоянно в общении, и, ну, вот с возрастом, я чуть-чуть вас постарше, мне очень хочется, бывает, такой информационной гигиены, то есть я уже отписываюсь от каких-то групп и так далее, и, конечно, меня все больше всего цепляют те вещи, или я подписана на тех людей, которые меня лично мотивируют, или я вижу, ну, какой-то там не хайп или там пафос, а именно какие-то живые истории. Ну, так вот, и за рубежом то же самое. То есть они устали от этого потока банальных мотивационных писем, историй, их цепляют больше всего вот какие-то вызовы людей, личностные истории, когда кто-то проходит через какие-то барьеры. Поэтому, кстати, там, допустим, сирийские дети особым вниманием пользуются, потому что у них, ну, трагическая история есть. Но не забывайте наш с вами бонус, слава богу, у нас нет войны, но мы с вами из развивающейся страны, и у нас много препонов, даже Путина можно привязать, что, ну, какую-то историю про него рассказать, это вам тоже поможет. Следующие ресурсы, где можно получать информацию о различных стажировках, во-первых, будучи студентом Казанского университета, во вкладке «Международная деятельность университета», там перечислены все вузы, с кем наш университет в партнерстве и по каким программам можно уехать. Вот раньше была замечательная девушка Ольга Попова, не знаю, Павлова, Ольга Павлова в международном отделе, она всегда всем рекомендовала, говорила, где можно учиться. Еще один такой ресурс, который помогает найти различные стажировки, это если в Германии DAAD, по Франции это Campus France, по Британии это British Council. В Америке не буду называть программы, они у нас не очень приветствуются, если хотите, потом индивидуально скажу. Я буду уже завершать. Что хочу я сказать вам? Я вот очень люблю путешествовать. На данный момент я посетила 37 стран, и у меня есть личное правило, что в год я посещаю минимум 3 новых страны. Это не значит, что я 3 раза путешествую за рубеж. Я себе поставила такую планку, что минимум 3 страны в год. И я очень хочу, честно, объездить весь мир, и я мечтаю о определенных направлениях. Раньше, я честно скажу, путешествовала больше, чем сейчас. Сейчас я изучаю Татарстан, и я открываю столько нового интересного, что есть в Татарстане. Вот, кстати, я вернулась из тех мест, где жил Тукай, и есть такое село Кырлай называется. Вот есть парк развлечений Кырлай, есть село Кырлай, в котором жил Тукай. И
Там прекрасные места, там можно, к примеру, за 4000 снять номер, в который будет ходить массаж, сауна, соляная комната, завтраки за 3 дня и 2 ночи. Ну, это такая маленькая реклама Крылая была, Республики Татарстан. Что хочу сказать? Обязательно мечтайте, ставьте себе цели. Вот я чувствую, что иногда, к примеру, у меня с возрастом накрывает иногда пессимистическое настроение, я думаю, все плохо, все не к черту, хочу уехать. Я забываю о том, что когда я уезжаю, я беру всегда с собой себя, поэтому ничего не поменяется, какой бы точке я ни была, поэтому очень важно менять саму себя и менять собственные отношения. Поэтому, завершая, хочу сказать, мечтайте, ставьте себе цель. И если вы искренне в это верите, все будет помогать вам. У вас будут единомышленники, вся Вселенная будет вам содействовать. Самое главное, что вы в это верите и вкладываете свои усилия. Ну и как человек, который закончил отделение международных отношений и в душе я себя считаю дипломатом, несмотря на то, что не работаю в МИДе, хочу тоже сказать такое важное правило. У нас вот совсем скоро приедут болельщики со всего мира. Татарстан и Казань станет центром Вселенной благодаря чемпионату мира по футболу. И о нас узнают и заговорят. Я хочу сказать такую вещь, что никогда не оценивайте религию, народ, национальность по одному ее представителю. Но всегда помните, что по каждому из вас оценивают вашу семью, ваше окружение, ваш народ, страну и тех, кого вы представляете. Я вам всем желаю быть самыми яркими представителями вашего комьюнити, вашей семьи, нашего прекрасного города, университета, страны. Желаю вам покорять. Вы можете на меня подписаться в любых социальных сетях. Меня зовут Эльбар Садыкова, и если у вас будут вопросы, я всегда буду рада вам ответить. Спасибо вам большое за то, что меня слушаете. Спасибо.